Добрый вечер, дорогие друзья! Продолжается прямая трансляция Hell Case Cup уже 6-го сезона. И вместе с вами до конца дня будем смотреть за CSGO вместе на плеере StarLadder 5 Кваная Кроха. Да, добрый вечер, друзья. Пост дал, пост принял. Еще две игры, экватор пройден, но не менее интересные, я надеюсь, игры нас ожидают. Болгары тут вступают теперь без организации в борьбу. Давненько мы их не видели. Но такая, кстати, принципиальная битва сейчас будет. Совсем недавно эти коллективы встречались немного на другом турнире, на Лане и на той же, кстати, самой карте Кэш, которую мы сейчас посмотрим. Будут они играть против молодых, горячих, на подъеме, кстати, казахский Counter-Strike команда Авангар. Да, такое довольно принципиальное сражение. Где-то это матч-реванш, где-то сравнение старой и новой школы CSGO. Все-таки в составе команды Авангар парням по 17-18 лет. Если я не ошибаюсь, только Димасику 21 год. Ну, а вот у их оппонентов такой довольно возрастной уже составчик. Там, по-моему, за 25 уже там почти 27, все. Виктор, да. То есть мы вчера вот с Лениным, кстати, разговаривали по поводу того, можем ли мы вспомнить хотя бы один состав какой-то вот, который очень долго держится и, тем не менее, не входит в обойму тир-1 коллективов. Вот как раз-таки болгары. Там была история у них с баном одного из игроков. 2 года прошло, минуло, и, в общем-то, теперь Dreamer тоже в строю. Потеряли только НКЛ, а теперь вместо него Шумет. В общем, ничего не изменилось. Помню я еще тот самый старый Кэш, там, Виктор 10 лет в аркаде. Посмотрим, что изменилось с тех времен. Ну, в общем-то, до этого момента, там, где-то 26 августа уже казахи умудрились болгарам эту самую карту Кэш со счетом 10-16 проиграть. Ну вот не побоялись, выбрали ее снова. Ну, у команды Mortal Kombat весьма такая сложная история. Все-таки, сложная жизнь, я бы даже сказал. Постоянно меняются организации. Буквально сегодня появился анонс, что покидает состав Bubble. Мы видим, он даже сейчас уже со своей фотографией на аватарке написал, что, конечно, доиграет последние матчи уже в составе Mortal Kombat, но находится по факту в статусе свободного агента. То есть они мало того, что остались без поддержки организации на этой неделе, Imperial отказался, так еще и вот без бабла. Ну, да, непонятно, на самом деле, в этом плане история. Вроде бы ничего страшного не происходит. Но, на самом деле, никаких особых свершений за последнее время от этих ребят так и нет. Возвращение уже было довольно-таки давно. С Imperial они дружили аж с 9 марта этого года. Ну, вот не совсем, что ли, результаты, наверное, показывают, которых от них ждали. Смотрим. Кэш. В защите будут те самые Mortal Kombat. Казахи в атаке начинают. Подготовленный, медленный пистолетный раунд. Да, ситуация очень понятная. Тройка, как мы видим, уже на дверях. Ну и два парня постараются обеспечить сплит-пуш. Виктора не зачекали. Не совсем точная игра у террористов. Тем не менее, размен в пользу атаки. Ну так размеренно. Подходят к точке А. Не зачекали цемент Шимета. Боже, с двух сторон только смогли выключить Кризена. Ставится бомба в этот момент. Бустер отрезает машину. Заметил соперника, выходящего из коннектора. В принципе, рабочая позиция для того, чтобы сохранить, по крайней мере, таймер до взрыва бомбы. Не подпустить своих соперников. Те продвигают. Шимета один, ничего не боясь, перекрестный огонь в какой-то момент может попасть, тем не менее вешается голова по бустеру, остается один на защите этой бомбы, уже сильно каленый Димасик. Ох, Димасик без позиции, шансы минимальны. У этого парня бомба безусловно стоит, и хотя стрельба, возможно, ему поможет. Но надо мансить, надо тянуть время, тем не менее максимально агрессивно выходит. Тут и диффуз китов не было, буквально парочку секунд ему еще оставалось пожить и выиграть этот пистолетный раунд, но решил выходить на инициативе, перекрывать своего соперника. Ну вот
действительно, что ни на есть, той самой секунды не хватило. 1-0, Mortal Kombat повели. Даже половины секунды, если верить надписи на экране, не хватило ребятам из Казахстана. Опять-таки вытащил тот самый Dreamer раунд для команды Mortal Kombat. Именно он стал причиной уже, наверное, которые организации лишаются Mortal Kombat именно из-за него. Все-таки Vacation никто не отменял. Вроде бы состав держится, но опять-таки без прерогативы участия на турнирах от Valve будет очень тяжело. Ну, да, как бы тенденция, наверное, может быть и изменится, там какие-то турниры добавятся, но, тем не менее, организация, естественно, не очень-то хочет держать состав, ну, вот, тем не менее, сами игроки с ним играют. Смотрим, что будут делать казахи, такая новомодная тактика, что ни на есть, с укреплением калаша будет отыгрываться, но... Ну, Димасик может себе позволить, он сделал 3 фрага в первом раунде, в принципе, вместе с установленной бомбой мы видим как калаш, так и армор в его распоряжении, именно от действий Димасика и будут строить свой раунд авангар. Да, но плохо то, что вот абсолютно никаких раскидок, кроме одного смока, нет, то есть врыв чисто на стрельбу контактный ожидает коллектив авангар, и тут уже 50 на 50 заедет или не заедет, отведут прицелы или нет, тем более, что пока не подозревают, какие девайсы у болгар присутствуют на руках, а там довольно-таки рабочий байт, то есть не позволили они себе покупать какие-то МП-9, не дай бог ЦЗшки, наполовину М-ки, наполовину ФМАСы и... Такой же байт с прицелом на оружейный раунд, как раз-таки от калаша отталкиваясь, и первое активное действие происходит в этом раунде. Димасик ретируется, первый килл сделал. На очень дальней позиции отошла команда Mortal Kombat, тем не менее Dreamer штрафует Бастера под базой Б, и теперь остается пробить вчетвером троих на А. Террористам, конечно, сделать это очень тяжело. Так, тут поддержка есть, Виктор должен дорабатывать, 30 патронов в эмочке, шьет как может, они закончились, и после этого момента его все-таки доедают. Остается один Dreamer. Хорошая позиция у него, проконтролил левый проход, знает, что оба в пленте, в принципе, ничего, смотреть справа и прямо не надо в мейне, и можно просто красться по стенке. А вот игроки как раз-таки авангард не подозревают о его позиции. Dreamer показал свое присутствие прыжочком. Ну, пытается забайтить на себя, наверное, тот самый калаш. Понимает, что по Димасику попадали, хотя у него еще больше половины хп. Выход на стрельбу. Последний процент здоровья оставался у Dreamer'а. Ну и Димасик, квадрокилл. Смотри, насколько здорово он окупил свой калаш. Ну, классное движение. Димасика действительно в окончательном моменте вышел моментально и синхронно вместе со своим тиммейтом. Точнее, даже тиммейт никуда не выходил. Он просто сидел, но так сложилось, что Димасик именно в тот момент, когда Dreamer подкрадывался, выпал и сделал тот самый разменный фраг. И моментально счет уже сравнивается на втором раунде. Да, для террориста выиграть раунд с одним калашом — это очень здорово, особенно если этот раунд под номером 2 при проигранной пистолетке. Сейчас абсолютно все карты на руках ребят из команды «Авангард», конечно. Так, тот самый пресловутый 5-7, который теперь в движении на стрейфах не работает должным образом. Убирают сразу двоих на миду, третьего также добрали. Только лишь один разменный фраг от Виктора и печальные события в стане команды Mortal Kombat. Разделены друг от друга, один на пленте А, другой на Б. Никто никому не поможет, и только лишь жесткая стрельба спасет здесь команду от поражения в раунде. Ну, Dreamer'а уже видели, без шансов, как мы видим, его покарали. Последний выживший Шемета, у него есть тяжелый армор и дигл. Возможно, стоит задуматься о сейве этого девайса. В принципе, так оно и происходит. Счет становится 2-1. Ну и вот я посмотрел одним глазом в час, спрашивают про пинг. Кстати, в принципе, у команды «Авангард» даже поприятнее пинги в общей массе. Мы просто тут шутили, в Киеве или не в Киеве, потому что так оккупировали казахи этот город. Ну, похож, кстати, на самом деле пинг. Ну, если у казахов пинг меньше, чем у ребят из Болгарии, то тут действительно есть повод призадуматься, где они находятся. Ну, Джейм, наверное, все-таки в отрыве от команды, скорее всего, дистанционно играет. Так, ну и время этого раунда пройдет бессмысленно для одних и для других. Никто не пытается особо-таки искать сейвящего девайса Шемету, точнее, тот дигл, который у него изначально был в этом раунде. Ну и все закончится взрывом бомбы. Так или иначе, счет станет 2-1. Ну, хороший переворот, на самом-то деле тяжелая экономика ожидает в дальнейшем Mortal Kombat. Пока у Ангар дела идут как нельзя лучше. Да, действительно, оттолкнулись как от очень хорошего трамплина на втором раунде, ребята. И сейчас, в принципе, могут выходить уже и на счет 3-1, потенциально даже на счет 4-1, если не будут допускать ошибок. Тут... Ну а что Mortal Kombat, врыв под флешку с диглом, больше каких-то опций у них и нет. Тут вот интересный момент, что
ну, начинают авангард играть за атаку. Я просто вспоминаю душную вот эту вот атаку Mortal Kombat, где Виктор смотрит, наверное, там минуту целую врыв с точки Б, и все просто-напросто стоят. Выходят на последних таймингах, очень неприятно и противно против такого играть. Ну, так сложилось, что авангард инициативно и первым номером здесь будут открывать первую половину, и надо максимально набирать все только что смог. Ну что, размены в центре карты. В принципе, Джейм закрывает все вопросы по поводу этого раунда. Остается двойка Бабл плюс Шемета. Бабла практически в таком же высоком темпе срезают. Ну и вновь пресловутый Дигл в руках Шеметы. Вечно живой. Не пришли к нему в гости. Задавили центр. В принципе, оно и понятно. Реализовали преимущество по огневой мощи. Все-таки калаши против юспов. Очевидно, более приятный выбор. Ну и, кстати... Кстати, даже бомба не ставится. Минуту на таймере до окончания этого раунда. Абсолютно вальку. Просто-напросто ходит по карте. Ну и, кстати, похоже, что к Шемете все-таки гости-то придут. Вполне вероятно. Кстати, поменяли маг 10 на калаш. Казахи, ну и в общем, бомба на А. Вот если только Бастер пойдет под базу Б, наверное, единственный шанс Шеметы зацепиться за девайс. Так, ну тем не менее, кислород перекрыт по всем фронтам. Шемет шаг влево, шаг вправо расстрел, поэтому пытается вообще потеряться на этой карте. Не самая очевидная позиция, как только выйдет на дальнюю дистанцию, сразу заметит соперника. Вот непонятно, увидел или нет. Да, скорее всего увидел, но ждал поджима спины. Очень медленно действует Бастер, скорее даже отрезает своего оппонента. Шемета в упор не справляется с Димасиком. Задушили просто. Очень спокойно играют сейчас авангард. Ну, пока все неплохо, тут, понимаешь, добавляет уверенности тот факт, что выиграли по факту форс-раунд, да, с придумкой Димасика, его один калаш, но экономику целиком и полностью на ближайшие раунды законтролили. Только теперь деньги доходят до оружейного, но раунд опять-таки за два, проигрывая его, Mortal Kombat останутся без нее и опять придется пистолетами что-то придумывать. Ну что, есть набор дефьюз китов, есть какое-то количество гранат, но не самое оптимальное для ребят из Болгарии. Ну а вот атака пока стоит. Пытаются, видимо, подловить кого-то на ошибке. Ну, растянулись по карте довольно комфортно для себя. Пытаются отрезать какие бы то ни было агрессивные контрподжимы. Медленно продвигают в сторону точки А. В принципе, с ней могут возникнуть проблемы. Видим мы уже перестановки. Там Виктор стоял на НБК. Классически, в принципе, его позиция находится именно там. Теперь туда отправляет Шемет. Причем он абсолютно без поддержки. Ближайшая с хайвея. Но один единственный отрезающий смачок. И точка А будет занята, если Шемета не справится и не убьет хотя бы двоих. Ну, авангард уже сформировали ударный кулак под раскидку. Просто гигантское количество гранат под точкой. Будут выходить, давить базу. А спайлидер все-таки с разменом погибает. У Шеметы коктейль Молотова мы видим под ногами, но он все-таки смещается в плей. Живет в этот самый момент. Приходит поддержка. Виктор хороший. Минус 2. Одному по спине, второму. Две головы собирает концовки этого раунда и забирают зачетное очко в актив. 2-3 становится счет. Хотя, казалось бы, ничего не предвещало беды. Можно было забрать Шемету. Ну вот долго готовили эту раскидку. Можно было бы контакта просто там под одну, по две флешки выйти и задавить. Но не сделали этого. Такая дисциплинированная игра по итогу не приносит положительных результатов. Очень здорово среагировали на все происходящее на карте Mortal Kombat. И спайлидер переместился, и Шемета двигался классно. В принципе, не растерялись игроки дефенза. И это позитивный момент. Все-таки будет борьба. И до последнего интрига, скорее всего, сохранится. Ну, пока такая, вот, честно говоря, впервые вижу эту команду. Авангард комментирую. Ну, пока вот со стороны видно, что очень простая игра. То есть заранее подготовленный, конспектированный раунд. Гранаты раскинуты, заходят именно туда. Как бы дальше там ничего не случалось, план не меняется. Первый минус уже, минус бустера. Ну и... Агрессивно сыграл Бабл, все-таки потянул немного на себя одеяло, возможно, сказалось то, что у него ноль фрагов за первые 5 раундов. Ну вот то, о чем я говорю, то, что, наверное, нужно было делать. Никакой массированной раскидки, просто-напросто Шемету выманивают за счет Молотова, прокинутого уже на НДК, он выходит активно, погибает при первом контакте, все, точка А занята, 4 в 2, двукратное преимущество, в принципе, Mortal Kombat без позиции, с немобильным ЭВП, можно уходить на сейф, еще раз повторюсь, там экономика не самым крепким образом выглядит. И это прекрасно понимают авангард, но вот в какой момент решат ли они вообще пойти на выбивание этих девайсов? Ну, в плане экономики ситуация пока довольно паритетная, но если мы посмотрим на ТАП, там, конечно, 3 проигранных раунда, 1 выигранный, ну, и сейчас вновь проигранный для Mortal Kombat. Тут фишка в том, что вот, оставив 2 девайса, болгары 100% будут дозакупаться хотя бы чем-то. Там Шемета может на дигле на том самом поиграть. Ну, нет, одно АВП, половиненное.
И от него отталкиваться при закупке в следующем раунде, скорее всего, не будут. Могут. В принципе, Bubble дропнет эмочку. Ну, сейчас увидим. Да, берут девайсы все-таки ребята из Болгарии. На характер, возможно, вновь с упором на энтри-килл своего снайпера постараются отыграть. Ну, опасное, на самом деле, такое волевое решение. Тем не менее, именно к нему прибегают болгары. Ну, посмотрим, как реализуют. Тут вот нет абсолютно диффуз китов. Это значит, что какие-то близкие поджимные позиции мы все-таки увидим. Интересная игра в связках. Ну, вот она, тройка под Б. Вновь агрессивно работает Bubble. В принципе, пытаются повторить успех прошлого раунда сейчас Mortal Kombat. Так. Выпали. Это все прекрасно знает. Бастер пытается нашивать смоки. Вот замечает одного, замечает второго. Флэш, патроны закончились. Очень странный был эпизод, такое чувство, что спайлидер и дример мешали друг другу, хотя ребята вместе там уже который год катают, и вроде бы поджим был, ну, должен был быть натренирован. Дикая действительно ситуация, смутил единственный смачок, там и натопали, до того, как он рассеялся, казахи заметили этот самый проход и просто-напросто задушили, да и причем болгарская двоица не решила отходить на свояси, решили бороться до конца, и теперь фрагментированно каждый приходит в это маленькое болгарское кладбище, погибая там, остается одно единственное АВП от Бабла на той же самой точке Б, уже стрелял, уже палился, прекрасно понимает в ангар, где он, и это подарочный девайс, который попытаются забрать, забирают. Ох, рисковали все-таки сейчас ребята из команды «Авангар», открывались по одному на АВП, но все-таки смогли забрать Бабла, соответственно, экономика команды Mortal Kombat вновь в руинах, и они используют тактическую паузу. Да, пока как-то непонятно выглядит игра, на самом-то деле Mortal Kombat. Довольно простые решения, такие вот, наверное, не для уровня настолько опытной команды, в том плане, что играют давно вместе. Спросил я, что буду делать в связках. На самом деле, вот такой микромомент недопонимания, смачок, флешка и все. И вдвоем, по факту, в углу просто тусовались блочи друг друга. Ну что, рискнули ребята из команды Mortal Kombat. Риск себя не оправдывает. Ну и их вновь ожидает полностью экономический раунд. Немного выпадает Bubble. Все-таки все фраги у него, за исключением одного, были на сейве. А зачем Bubble? Фраги он не в организации. Как-то уйти на хорошей позитивной волне. Но опять-таки, два фрага Шемета, два фрага Спай Лидер не могут тягаться даже с одиноким Димасиком, у которого статистика 10 на 4. Да, ну, казахи действительно на подъеме, тем более, что, еще раз повторимся, это принципиальная битва, не так давно на лане встречались в Москве эти коллективы, тогда тот самый кэш проиграли. Авангар плотно, 10-16, их просто-напросто разорвали, Mortal Kombat. Ну, вот видим, что ошибки учтены и никаких шансов, кроме там взятия пистолетного раунда, не оставляют. Как раз-таки на лане более опытная команда Mortal Kombat. Они больше ездили, чаще ездили. Не удивлюсь, если у Авангар там некоторые ребята вообще впервые попали на крупный чемпионат. Так оно и есть, да. Здесь домашние, комфортные, уютные условия. Там на самом деле не знаем, кто где. Ну вот 4 одинаковых пинга, один нет. А болгары действительно в этом плане наездились. Я еще помню, там 10-й сезон Star серии, когда в финал они вышли с французами. Ну вот не помню, в каком названии, в каком составе. Ефраг, по-моему, они еще. Нет, я имею в виду французы. Там Very Games были еще, или уже там Envis, ну вот. Тогда, да, болгары были Ефраг. Это, наверное, самое жесткое такое достижение. И вот после этого прилетел Вагбан. Ну и на том же уровне, по факту, осталась, да, вот, команда, если даже не хуже. Много играют, но результата пока никакого. Интересно, как-то на Б прошел Бастер, тут вообще никого. Ага. И вот сам себе не верит, что настолько все просто будет в этом раунде. Стоит, ну, дает инфу тиммейт. Bubble, по идее, должен чекать, но он уже пропустил оппонента. Ну, а тут интересно, смотри, звено на миду есть, то есть по факту такая придумка забавная будет. Сейчас по проходящим такое стадо слонов пробежит, натопает, если вдруг, а потом уже перекрытие спины. Мид нужно чекнуть, и не всем заходить через токсик, кому-то все-таки пройти через него, казахам. Опасная позиция у Бабла, может он натворить здесь дел? А может и не натворить, мы видим, теряют сразу двоих и тиммейтов Mortal Kombat. Спайлидер Bubble против четверки. Ну вот в меньшинстве отдали Б-план сейчас Mortal Kombat. К чему это привело? К бомбе на Б. До свидания. Да, и Bubble пересидел и понимает, что в принципе перспективы особой нет. Одному врываться на толпу соперников
шансов ему никаких не оставят. Ну, пытаются засейвить свои девайсы. Еще раз отметим, что экономика как хромала, так и хромает у Mortal Kombat. Законтролить они ее и сами не пытаются вот этими вот очевидно проигрышными решениями в баях агрессивными, которые уже проиграли тогда под одно засейвленное ВП. И хотя бы два девайса нужно уносить. Крайне неуверенная игра в обороне. Пытались пару раз пушить Б, возможно, стоит больше акцент сделать на мейне. Например, вот только что Виктор забрал под точкой А одного из оппонентов и, казалось бы, подарил своей команде лучик надежды, но мы видим по факту, ну, только один фраг и сделала команда Mortal Kombat. Ну, кстати, вот в предыдущем раунде поняли, что претензий особых не питают Авангар к занятию в дебюте каждого раунда мида. Поэтому, в принципе, могут болгары этим фактом воспользоваться. Ну, вот отмечает нам режиссер, что плачевная ситуация по убийствам болгарской пятерки. Два фрага, три фрага. К сожалению, только легенда Виктор Вактор тащит. Хоть чуть-чуть, 7 на 8, все остальные, конечно, чуть-чуть похуже. Ну, смотрим, бомбу оставляют в центре карты Авангар. Попытка все-таки занимания будет. АВП под мейном уже покарала практически бабла. 22 хп остается у этого игрока. Так, контроль мида от Виктора в пиксельно проходящих с диглом со своим. И пока казахи медлят развитие этой атаки. Там довольно-таки опасная ситуация у Кризена. Вот находится просто через ящик. Выпад агрессивно с дигла по голове прилетает. Моментально приходит размен дважды и все, посыпалась защита у Mortal Kombat. Ну, и к такому повороту событий Авангар были готовы. Готов Димасик. У него сегодня вообще залетает, наверное, процентов 80 патронов. Все-таки тройное КД — это весьма-весьма сильная заявочка. Погибает таки бабл, мы видим, под точкой А. Но это будет очередной довольно простой проходной раунд для Авангар. Ну, такой действительно променад. Просто-напросто вот как консервную банку вскрывают Mortal Kombat. Первая стычка, фраги и все. Дальше уже команду мы не видим. Нет какой-то близкой хелпы, понимания. Не играют в раунды. Угадай, на какой плент пойдет атака. То есть каждый сам за себя. Первоначальное решение есть, не удается перестрелять. И все на этом. И в какой раз мы уже видим сейф. Наверное, в каждом из раундов Mortal Kombat, которые проиграли, пытаются хотя бы что-то уносить. Поэтому затягиваются у нас, ну, развитие или окончание этих раундов. Но эти сейвы зачастую не помогают. Если Авангар сразу во втором раунде от одного калаша потащили, то мы видели и сейф АВП от бабла, и какие-то диглы. Знаешь, вспоминаются там случаи в истории, когда там датчане, норсы там сейвят один калаш или одну эмку, выигрывают раунд, там сейвится одно АВП, и нормально его, классно применяют, пытаются вот какую-то свежую мысль внести. Здесь, ну, такой вот... Некуда идти, незачем, ну засейвим. А как реализовать в следующем раунде, непонятно. Кризис у команды, опять-таки организации лишились, игрока. Ой, в этом плане интересно будет следующая битва у нас с экс-командой «Спартак», тоже оставшейся без организации. Ну, интересно, у кого мораль будет на более высшем уровне, вообще с какими настроениями. Ну вот, если верить Антону Кибакину, он писал в социальных сетях, что на хорошей волне расстались, он даже доволен, что вот они теперь свободны. Ну, в любом случае, да, развитие какое-то получит, никто останавливаться там не будет, просто, ну, разошлись. Ну, так обычно официальные версии звучат, что по обоюдному согласию, или, как знаешь, по собственному желанию. Ну, Imperial прямо прямым текстом мы написали, у Дримера ВАК, и команда не может участвовать в турнирах. До этого прямо Imperial... Ну, вот отмаза, думали... да, они их подписывали с Дримером, да, и отписали вместе с Дримером. Ну, в общем, история полна загадок. Так, ну и смотрим, что будет дальше. Тут, конечно, преимущество нужно закреплять казахам. Я еще раз отмечаю, что атака будет у Mortal Kombat максимально душная, неприятная. Я думаю, молодые горячие казахи, ну, сверхмотивированы и не хотят встретиться с ней. Где-то, возможно, будут ошибаться в контрподжимах. Поэтому в своей атаке нужно набрать как можно больше и завершить эту половину, ну, с максимально разгромным счетом. Желание такое есть, но вот укрепили middle Mortal Kombat. Правда, коктейль Молотова заставляет открыться цемент, и Кризен просто зачитано. Штрафует. Просто зачитано. Кидается Молотов именно в ту позицию, где был соперник. Второй на размен выходит не синхронно. Здесь, правда, падает бомба, и нужно с этим парнем бороться. Дример тот самый, два минуса уже дает. Тем не менее, двукратное отставание по живой силе. Квитает Дример еще одного, минус 4 уже. Нет, минус 3. Минус 3. Знает про мейн.
Но правда, в спине уже игрок, да. Все-таки Дримера удается остановить. Погибает Bubble в очередной раз. Да как же так? В развалочку шел на хелпу тиммейту. Там Дример в стиле электрической юлы отбивался как мог. Но времени было критически мало. И действительно, с этим немобильным ЭВП нужно было торопиться на хелпу. Не успели. Уже с перехлестом в один раунд Вангар выигрывают первую половину. У Mortal Kombat вообще ничего не работает. Укрепили центр, погибли без размена. Да, проперся Dreamer, но на одном игроке все-таки далеко не уедешь. Если мы посмотрим на счет, Dreamer Victor 9-8, Bubble, Shimeta, Spy Leader 3-2-2. Ну, причем в этом моменте интересно, что и позиционка, и роль меняют постоянно у Mortal Kombat. Но насколько интересно, что, наверное, до дыр засмотрели демку в ангар. Они-то сами тоже меняют свои тактики. И темп, кстати, меняют. От медленного раунда выходят к быстрым выпадам через мидл. Постоянные то А, то Б. Ну и тут теряются немного в этом моменте Mortal Kombat. Втроем сразу сейчас находятся на пленте А. И, кстати, атака-то у нас идет на Б. Ну, интересная позиция у Бабла. Вот 25 патронов реализации вообще не попадает. Там 3 метра от головы. Взял прицел, моментально его убирают. И все. Ну, Тимасик у нас роль телохранителя в очередной раз исполнил. Прикрыл своего товарища по команде. Ну что, ребята из Болгарии слишком долго стояли на А. Поджали, закрепились, и все. И как вкопанные, секунд 20, наверное, ничего не делали. Ну, там первое убийство просто было на миду, поэтому Mortal Kombat решили, что в очередной раз Авангар пойдут почему-то на точку А. Пытается, кстати, с девятки Dreamer. Тот самый десантирование в спину делает фраг, но четкое перекрытие, подстраховка каждой из позиций Авангара. Двое стояли в вентруме, а нет, раунд заканчивает уже 10-2. Ну, и с экономикой как была беда, так, в принципе, она и остается. У болгарской пятерки по 3500 насыпает, чуть-чуть денег остается от каждого предыдущего раунда, ну и в каждом закупает. Нет, кстати, смотрите, первый случай, когда решили сделать форс по 2000 и потом уже крепкий бай в следующем. Поможет этот форс или нет? Вот это самое главное сейчас. Загадка. Есть три смока. Постараются, наверное, вновь укрепить одну из позиций. Мы помним поджимы Б, центра и А. Абсолютно ничего из этого списка не помогало. Вот он Bubble со своим диглом. Да, но опять утро начинается с меда. Здесь целиком и полностью задоминировали Авангард, не считая одного минуса от спай-лидера и... Два пистолета в разыгровке, осталось их только найти. Опять-таки находятся по разным плентам. Вопрос в том, куда большинством пойдут казахи. Легчайшая карта Дэкэш. Действительно, для команды Авангар это будет уже 11-й раунд. Ну и Mortal Kombat вот так, спустя рукава, скорее всего, и закончат сейчас эту доигровку. Не получается. Хранить не ничего. Стоит, на самом деле. В общем, могут отжать где-то в концовочке свои два раунда, проиграв этот, все-таки там бай будет в следующем. И такой будет более-менее по складывающимся событиям комфортный счет 4-11. С него можно тащить. Посмотри на Димасика. 20-5. Ну вот опять ты сам отмечал, что игроки-то молодые, и любой такой критический... Кроме моральный... Димасика, мы же говорили. Окей, но нет такого вот стержня, лидера действительно опытного, да, там тайм-ауты пока их не было. Кстати, не берут МК ни одного тайм-аута. Один был. А, был, да? Да, точно. Супер. Короткие тайм-ауты, но ничего не помогает, ни тайм-ауты, ни укрепления, ни какие-то форс-закупки. Ну что, Dreamer последний, бомба уже на точке А, скорее всего, пойду все-таки искать Dreamer'а. Ну, у него уже есть калаш, в принципе, тут. И отстреливать смысла нет, денег слишком много у Авангар, наверное, логичнее было бы подсейвить. Ну, очередной сейв в перспективе, лучше, конечно, с калашом поиграть, чем с эмочкой, в общем, ваншоты, это всегда приятно. Да, деньги будут на следующий бай, но... Очень приятный девайсик унесет. Причем не агрессирует в этом плане Авангар. Просто-напросто растягиваются в линию и отрезают подходы к бомбе. И просто стоят ее, сейвят. Да, абсолютно хладнокровное решение. Со стороны атаки Dreamer, в свою очередь, тоже сидит просто в центре за цементом. Ну, даже близко никого нет, если смотреть на карту. Поэтому раунд закончится без крови, скорее всего. Да, и счет 11-2. Но самый интересный раунд вот будет именно сейчас. Проигрывая его, Mortal Kombat оставляет все надежды на более-менее какой-то счет с претензиями на вторую половину, там проигрывая пистолетку или вот такой раунд, который мы уже видели вторым в этой половине. То есть, в принципе, с укреплением одного девайса казахи могут взять. На этом все будет закончено. А призовой фонд-то увеличивается, играть-то нужно. Еще вчера он был 10 тысяч, а сегодня уже практически 17. Вот, казалось бы, именно Mortal Kombat и должно это мотивировать, да, как команду, которая лишилась организации. Ну, то есть, да, человек под ником Bubble, так теперь еще и без работы, как бы. Вот для него такая прибавка к несуществующей теперь зарплате будет хорошей. Но игра, как ты действительно отметил, наверное, больше похожа на спустя рукава.
Ну что, 2 ВП в атаке, вот так решили авангард разыграть раунд под номером 14. Бустер, наверное, все-таки поменяет в итоге девайс, он стоит на респе. Ну а вот Джейм уже отстреливает токсик. Так, ну и с претензией на точку. А, кстати, в стилистике МК играют авангард. Вот, насколько я помню, все кэши от этого состава в разных названиях. Виктор постоянно смотрит по Джим и точке Б, вчетвером ходят по да. Так, заметил ножку, но тем не менее бабл не попадает. Обрати внимание, по 41 хп оставили друг друга снайпера. Просто пуля в пулю, видимо. Ого, а вот это хорошая контрподсадка. Так, что-то наконец-то получилось у Mortal Kombat. Ну вот неужели, да, я говорю. МК, и наконец-таки они этим начинают заниматься. Тут еще и Вентрум стоит, поддержка есть из винтов. Интересно, что в самом пункте абсолютно никого нет. Однажды мы такое уже видели, правда, позиция была на капле вскрыта. Ну и то же самое происходит. Опять-таки беда, печаль. Да, слишком серьезные проблемы с Б. Критически не хватает опорника в самой точке. Критически не хватает стрельбы. Он видел тень, потом ногу, заспрейл в префайре. И все равно казахи выходят и нагибают просто двух стоящих. Пусть и с каким-то планом на борьбу. Легко. Пока все выглядит. 10 раундов преимущества. Остается в разыгровке последний. Ну и на нем, опять-таки, не крепкий бай. Но, тем не менее, делать его нужно. МК. Ну, у Дримера 8-100. Обратите внимание. В принципе, он может позволить даже дропнуть АВП в своей команде. Но этого не делает. Мы видим все-таки 4 кольта Фома, Сушиметы. Авангард, в свою очередь, уже могут, наверное, абсолютно любую стратегию себе позволить при таком колоссальном разрыве. Ну, главное не расслабиться, то есть этот раунд намного лучше взять, чем не взять. Непонятно, как все сложится дальше. 2 раунда — это не тот счет, с которого команды, вот, наверное, там более чем в 50% случаев камбэчат. 3 раунда — все-таки это уже зацепка. Хороший пиксель берет Виктор, наконец-таки заезжает стрельба, первую пуль по голове дорабатывает в тело. Впятером против четверых будут. Ну и вот тут уже поддержки никакой не организовывается от казахов, хотя этим моментом они всегда отличались. Моментально хелпа где-то находится рядом. Так, спайлидер уже на Т-респауне оказался. Возможно, этот парень станет козырным тузом в рукаве команды Mortal Kombat. Его тут вообще не ждут. Хороший вопрос в чате. Игроки на сервере видят, что призовой фонд увеличивается и насколько. Но это было бы действительно классной мотивацией. Но нет. Где-то на телефоне, может, сайт открыт. Почекивай, почекивай. Нашли, кстати, спайлидера. Вот это уже интересный эпизод. Димасик все-таки не дремлет. Ну, убил, уйди, да. Но спайлидер решил до конца таранить тиспаун, за что, собственно, был наказан. Паритет по выжившим теперь сохраняется. Авангард. И по факту они находятся в преимуществе. Смотрите позицию четверочки Дримера. Он находится далеко под точкой Б на тиспауне и... Ну, весь груз ответственности на связке Шемета и Бабл. Бабл дает минус, но погибает и сам Бабл, и его тиммейт. Ну, пока ничего не угрожает. На самом-то деле, единственное, что у Димасика совсем мало здоровья. Ну, такая открытая бомба под машину ставится. Интересно, в этом моменте позиция. Димасик решил остаться в пленте. Ну, опасно на клосс дистанции. По идее, да, подозревают, что это может быть мейн. Дверь закрывается коктейлем Молотова. Бомба пищит, у Дримера нет абсолютно никаких шансов. За долю секунды Квикер ставит точку в первой половине. Счет 13-2. Да, разгром разгромище. У Шемет 3 фрага, тот самый опорник точки А, на которую по большей части и ходили. Пытались ее укреплять, но когда ее, кстати, МК укрепляли, авангард прочекали мидл, ну, чекли мидл, ходили под Б. То есть здесь классно. Просмотрели демку казахи и все сделали довольно-таки четко в первой половине. Вот то, о чем я говорил. Преимущество нужно было захватить именно на ней, а не какому-то счету приходить типа 9-6, 10-5. 13-2 — это комфортно. Абсолютный разгром со стороны команды «Авангард» своих соперников. Выиграли пистолетный, и по факту это 50% набранных раундов в первой половине. Типичная ситуация. Сейчас комментаторы хоронят команду, и будет просто-напросто камбэк. Ну, посмотрим, умеет на самом деле МК играть карту кэш с тех времен, когда она еще появилась. Своеобразный болгарский Counter-Strike, такой экспериментальный, неприятный для многих коллективов. Примерно одного уровня показывают. Ну вот вопрос, реализуют ли его сейчас. Мне даже интересно за этим понаблюдать. Ну, выход медленными на четверых. Будут полны. На четверых они выходят. Но есть энтрикилл, нужен хоть какой-то размен. Джейм его обеспечивает. Кризен в точке. Бабл его задавил. Закончились патроны. Просто-напросто Джейм выходит на контакт. Каленого не забирает. Там еще в этот момент ставится бомба. Погибает Дример. Погибает и спайлидер. Ой-ой-ой, а у Бабла 4 хп. Так, ну нужно додавить.
здесь просто-напросто, опять-таки, от атаки игра на бомбу, тем не менее, инициатива двое, ну, у тебя глок. Есть контакт, первым по голове сходил, второго видит. Шемета последний зажат в пленте его с двух сторон, да, очень классно обошли, один на контейнере, второй со стороны дверей, и это победа в рамках второго пистолетного для авангард. Так, ну бомба была поставлена, вот интересное решение в следующем раунде, могут себе позволить, в принципе, близко разменявшись в этом и подзаработав немножечко денег и на убийствах взять UMP-шки хотя бы, да армуры. Будут закупаться, 15-й отдавать, по-моему, не вариант, какой тут камбэк в 13 раундов-то. Закупаться в ноль до конца игры уже. Ну, да, в принципе, этими решениями отличались по ходу первой половины. Действительно, грешно отдавать 15-й раунд своим соперникам по такой-то игре. Ну, будь там просто 11-14, еще бы можно было что-то придумать. А так, да, калаш, два галил, два пистолета и попытаются сотворить чудо. Не в этом раунде, и на этом, наверное, тогда будет все, если не выигрывают. Ну, опять-таки, в первой половине авангар выиграли раунд с одним калашом. Сейчас набор поинтереснее у Mortal Kombat, и, кстати, они в большинстве. Ну, замес на миду, такой улын небольшой, поставили МК именно на эту позицию. В принципе, угадали, сразу двоих соперников здесь встретили. Сделали эти самые минус два, еще третьего накалили. Ого, в смоке. А вот почувствуют? Не почувствуют. Так, 2-2, есть инфа по Кризену сейчас. Ох, МП-9, как же он настреливает. Бонусом падает бомба, теперь в любом случае придется Дримеру идти на точку А. Хороший дистанционный контакт, попадает по голове присевшего Бастера и остается в распоряжении Кризена. МП-9 на такой дистанции перестреливает калаш, серьезно. Вот это смело просто. Просто вышел и не побоявшись. Возможно, фейк-инфа была, что он сильно каленый, поэтому смелости это прибавило. И теперь они там угорают и рофлят, типа, ага, я тебя обманул. Все с хедшотами, все на Б. Легендарная инфа. Ну что, в итоге Кризен делает свой 10-й фраг на этой карте и дарит тиммейтам уже матч-поинты. Разрыв колоссальный, денег у Mortal Kombat абсолютно никаких нет. В их распоряжении 5 диглов, тяжелые арморы и какие-то гранаты. Ну как-то да, у нас игра очень быстро закончилась. После того самого легендарного форс-раунда Димасик может себе при жизни памятник воздвигать. Рассмотрев демки и повнимательное соперника, проиграв ему буквально вот в конце августа, не наступают на те же самые грабли. Очень четко. Ну, возможно, если бы была бы другая карта, была бы другая игра. Тут, наверное, болгарам, наверное, стоило отказаться от кэша. Ну, ГГшечка. К сожалению, счет получился слишком разгромный для нас с вами, как для зрителей. 16-2. Ну, это тотальная доминация ребят из Казахстана. И я думаю, самые опытные пользователи уже открыли следующий матч и поставили на бывший Спартак. Да, действительно, друзья, следующая встреча, экс-коллектив «Спартак» и «Болгары», которых мы только что видели, будет это после небольшой паузы, которую вы можете использовать с пользой, сходить, во-первых, на Hellcase на сайт, купить сундучок. Я вчера почекал, там скины нормальные, ножи есть, то есть зачем в Counter-Strike это делать, если можно с большими шансами открыть его там, и тем более игрокам будет приятно. Ну и смотреть наш стрим на стрим-бонусе, там на халяву падают вообще скины. Мы совсем скоро вернемся, Спартак, Болгары, через небольшую паузу. Jackson. Yeah.